エリオット、в помещении реактора。ちょっと怒られたかも。そう、主人公は、まあ、そのタチアナを探しに来たっていうのもあるんだけど、それともう一つ、ある鉱物も回収しに来たんだっけな。それがこのチェルノブイライトっていう鉱物だったはず。Тебе нажать на ту кнопку. Что с радиацией? Ничего, по нулям. Все будет хорошо. Зеро? Онтони? Зеро ではないけど。大丈夫かこれ。Ладно, парни. Возьмите меня, если что-то светится. Или, точнее, пара ног отрастет. Останусь кое здесь. Один в темноте. И в безопасности. Антон, а そこにいるの?大丈夫かこれ。絶対触れちゃいけない結晶に見えるんだけど、これかチェルノブイライト拾う。Он такой холодный。冷たい。Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все равно. Так как оно работает? Это твое устройство.Это устройство создает трансцендент-биакционное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множества Калабияу модифицируется в антидеоситеровом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. И требует невероятного количества энергии. А Чернобылит – ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей. Эта технология поможет мне найти ее.Мою невесту, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. Да, полная беда. У нас совсем нет времени на поле. О! О боже! Дарэ? На помощь! Антон га. Оно что, му ударэта. Маты-маты, пуки, ааа, Антон. Пуки га най.ブラックストーカー？え、ここは？あ、ジリモ。オリバー。オリバー、チョー、где ты？Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город.Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко от тебя. イゴールの持っていた機械にあのチェルノブイライトを差し込んで、なんと時空空間でも作り出して逃げたの？そんなファンタジーな世界。誰かいる。Черт побери, Ник. Я думал, этот ублюдок схватил тебя. Он Антона убил, слышишь? Боже мой. Мне так жаль, Оливер. Антон. Антон был хорошим парнем, хорошим бойцом. Погиб ужасной смертью. Что это, черт возьми, было? Кто этот ублюдок? Я не знаю.Телепортироваться. Должно быть, это трансцендент биационной проекции пространственно-временного континуума. Дерьмо, только не начинай опять. Нет, никакой научной лабуды. Прекрати, а то у меня голова взорвется. Где мы, черт побери? Внутри. Внутри чего? Ничего. Где мы, когда мы внутри точки сингулярности? Везде и нигде мы, наверное.Конечно, бред собачий. Нам надо убираться отсюда. Уверен, тот парень идет по следу. А у меня
большого желания еще раз там встретиться. Так что, куда мы? Где выход? А, да, ты прав. Конечно, чудеса могут и подождать. Смотри, вон там, вон выход, видишь? Вижу. Тогда давай встретимся внутри. Ай, черт, моя рука так болит, сломана. Я убью тебя, ты, ублюдок в черной маске. めっちゃ怒ってる。アントンはやられてしまった。ここすごく声が響くな。主人公イゴールと同様にあの謎のストーカー、ブラックストーカーもワープしてきたよね。突然主人公と同じデバイスを持ってるのかもしれない。これで脱出かな。1日目、チェルノブイリの朝。あ、プロローグか今までは。え、オーロラが、オーロラだよね。オーロラが出てるけど、世界が崩壊している。Это конец света, это все моя ошибка. Ты слышишь? О. Так легко сломать. Неужели это я сделал все это? Смотри, 放射線量が近づいて大丈夫。あ、消えた。ダメージを受けてた。結構ダメージを受けてる。でもここを通らないと。ああ、え、イゴールのせい、判断誤ったの、ひょっとしてボタンを押した方がよかった。地上がまずい。おお、やだ、今のなんか処理落ちしてるみたいな感じで、人間か今の、通り過ぎてったよ。ジャンプ。あ、なんかアイテムがある。アンチレディエーションメディシン、ああ、放射線治療。いやー、放射線治療薬なんだよ。あ、この辺はインベントリーから使えると。あ、マップとかジャーナルもあるんだ。このゲームは現状オープンワールドではなくて、マップ構造もあのストーカーシリーズと同じように、いくつかの広めのマップがあるらしい。あ、ちょっとジャーナルがバグってる。まあ今ジャーナルも全部英語なんで完全に理解は。あ、治療薬を使えと。放射のダメージを受けたからこれ。おお、 OK。 これはロシア語だ。あ、なるほど。急に明るくなった。ハーブ。
あ、この辺ハーブがたくさんあるな。この辺集めておけばいいことがあるかも。ちょっとね、スティックの動きが、スティックの動きがおかしいんだよな。これはバグなのかな。ああ。この辺は集めておいて良さそう。これは？パーツ？あ、クラフトとかもあんのかな。お、スタートクラフティング。あ、飯作れるんだ。飯というか治療薬か。ほうほう、今作れるのはこれだけだ。インベントリーを開いてヒーリングを使え。これね。あ、これで回復と。下のゲージが体力で、上のゲージはなんだ？スタミナ？でもスタミナさっきから減ってる感じしないし。あ、そこら中にアイテムあるな。これは？ガソリンタンク。ガイガーカウンターが想像以上に静かだから、放射線量にもある程度気をつけないとね。あ、キノコ生えてる。これ重量制限は特に書いてないな。キノコのキノコ、なんだっけ、ミハイルだかミカエルだかの場所に向かえってオリバーが言ってたね。おお、オリバー、え、合言葉を言えって。合言葉を言うか、落ち着けっていう合言葉を言う。でも覚えてねえやって書いてあるけど。パロール、всё, Игорь, запомнить одно слово. Это слишком для тебя. Ностальгия. Пароль. Ностальгия. Ностальгия. Ты же сам его выбрал, чёрт тебя дери. Давай, заходи. Слушай, Игорь, ты же у нас мастер на все руки. Осмотрись тут. Может, весь этот хлам на что-то сгодится? Давай, чувствуй себя как дома. Ребилдинг? А, ひょっとして、クラフトできる？あ、なんだこれ。おお、あ、なんだこれ、フォールアウトっぽい。クラフトなんてできちゃうんだ。綺麗になった。そして、ほうほうほうほう、ビルドテーブル、ツール、今置けるのはこれだけか。回転、ちょっとこの辺にセット。じゃあこういうところの拠点を構えて各地に冒険しに行けるって言っても、まあ主人公は科学者なんだけど、ストーカーに転身でもするか。
ты там, мышь? なんか無線が入ったよね、今。Слушаю. Наконец-то! Чёрта ради связь! Они могут нас прослушивать! Даже по-быстрому, мышь! Надо встретиться! Найди нору! И лезь прямо в неё! А ты кто? Что? Что тут происходит? Я тот, кто я есть, мышь! Король по-горой! Ясный день и темнейшая ночь! Они слушают, как всегда! Так что давай-ка... Чего ты бормочешь? Ты что-то знаешь? Знаешь, где она? Что с ней случилось? Расскажи мне все. Кто ты? Что тебе известно? Где она? Расскажи мне. А, кирилл-то. Черт!新たなミッション。奇妙なあの情報提供者に会ってみると、突然現れたあのブラックストーカーって人もタチアナとか言ってたし、この世界にそのタチアナのことを知ってる人たちがね結構いるのかもしれないっていう、まあそういう人たちと出会い巡りながら謎に迫っていくというのがこのゲームです。なんせ今日本語がないんで、ちょっとストーリーが分かりにくいんだけど、まあ編集段階である程度の日本語字幕を振って、動画にしようかと思います。なのでちょっと投稿がまちまちになるというか、ちょっと遅れるかもしれませんが、まあのんびりやっていきます。それじゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。